Извечный вопрос, что нужно делать, чтобы побыстрее уснуть, тебе расскажет Кристина прямо сейчас. Ну, а сейчас засыпать не надо, сейчас утро, это на вечер. Да, но я бы посоветовала заниматься любовью перед сном, тогда уснешь побыстрее. Но если любимого человека рядом не оказалось... Тогда сам. Не там занимайся любовью. Как-нибудь. Фаубайер, фербинта, релаксанта, наинте да се дяте кулга. Пентру ка аста пате кумва се те ажуте. Дака ну адорми, рапид ну форца корпул ши организмул, ва фи ши май греу са адорм. Atunci când te simți stresat, fă o plimbare sau citește o carte ușoară, te vei simți mult mai relaxat înainte de somn. De asemenea, fă-ți o rutină a somnului, fără ecrane, după ora 8, poate doar un film la cinema. Da, asta e telefon staroncu. De asemenea, poți să picuri la încheieturile mâinilor și pe gât, ulei esențial de lavandă, poți chiar și pe pernă, dar nu exagera, pentru că am pățit o situație când am fost trimis acasă să mă spăl de lavandă. De asemenea, evită orice conversație cu potențial negativ stresant înainte de culcare. Atât? Și gata, și avem asigurat un somn. Условия. Почему? После 8 не пользоваться гаджетами. Телефонами, да-да-да, я тоже сам хотел сказать. А еще безотказный способ, который действовал на меня, правда, всегда засыпал в неподходящем месте, не на скамейке в парке, но вот на парах в университете, на уроках, сразу же хочешь спать. Даже если, несмотря на то, что неудобная так, парта твердая. Тогда что, пытайся что-нибудь выучить. Английский язык, к примеру. Или что-то... Ставь себе лекцию какую-нибудь, да. И ты уснешь быстренько. Ну, опять-таки, я сказала бы, занимайся любовью с любимым человеком. Так я не понял. Ты только что говорил о том, что нужно заниматься любовью вечером. Сейчас уже утром. Или утром. Занимайся любовью всегда, Митя. Ой, какая при ты молодец. При первой, да, но не, при паукозе. Никаких серьезных разговоров на ночь. Так что вот да, нам надо серьезно поговорить. Занимайся любовью, не с мозгами. Это что? Это мои суставы. Твои? Я думаю, мои. Это твои, да. Наши суставы. Все, ребята, разбирайтесь со своими суставами. Я такой иду любовью заниматься. Хэппи-няса. Хэппи-няса. Начни день весело.